Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Документальный биографический фильм, посвященный рэперу Басте, «Баста Суперигра», выйдет на Кион и YouTube-канале Got Golden 24 мая. В съемках картины приняли участие жена, дочь и мать рэпера, а также музыканты Гуф, Скриптонит, Смоки Мо, Сергей Шнуров, актеры Константин Хабенский, телеведущие Иван Ургант и Дмитрий Нагиев. Фильм расскажет историю творческого пути Басты, начиная с лихих 90-х, когда рэпер выступал в родном городе под псевдонимом Баста Хрю, и до того момента, когда он стал собирать многотысячные стадионы. Картина также раскроет секреты личной жизни, и зрители увидят ранее не опубликованные архивные видеоматериалы. С вами был канал Ананас Ленд. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.